Выход чуть-чуть, Данила, сразу. Выход. Пошли, пошли, пошли. Себе не это самое не заработали. Это у нас нормально. 5 минут разминки. И опять атака. Да. Я разыграть мяч не могу. Предложитесь кто-нибудь, а? Столбы! Пока еще, да. Так, тебе нужно чуть-чуть выровняться. И вот так. Да. А тут так, да? Это, блин, да. Я сейчас стол к краю сфотографировал. Вперед,
две не мешай, да? Отлично. Там телефон звонит. У кого? Вроде бы твой остался, да? Не, вот я игрался с ним? Да. Когда он успел меня вытащить? Видишь, молодой, очумелые ручки. Угу. Они сейчас с кем играют? С чеками. Ну и все. Сколько они играют? 2 по 30. Принимайте участие. Не догнала. Что, все снимаешь? Ворота стоит, не понял. У нас? Да. Кристиан? А, подожди. Наши ворота эти. Что, я не увезла? Опа! Опа! Вот это интересно. Кому-то дадут? Судья еле бегает. Знаешь что? Колобочек. Колобочек, да, такой. Да еще с побитой рукой. Ну давайте. Если сейчас гол будет, будет кураж. Что за ШФС? ШФС, это наш клуб. ШФС. Шитика футбола спорта. Почему Шитика? Фамилия Геннадий Шитик, основатель клуба. Ну, стреляй. Ух ты. Хорошо дал, под самую-самую. Да, прыгнул. Ну, дело вратаря. Давайте, давайте, начинайте уже. Размялись, можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Артурка чуть гол не принес. Соберись, пожалуйста, включи голову. Валера, ниже, назад, два шага. Уровни штанги, Валера. Атака! Атака! Атака!
куда они все вышли? Рука же была. Татру снял на долгую память. Вон повисло. Давай, давай, Дамир!
стоять за ним. Или Артур, или Вадим. Один. Он принимает, разворачивается и все, и дает вам дело. Подумал. На контрике сразу, да? Смотри, трое стоят. Ни одного игрока нет. Артур, трое игроков стоят противника. Угол, да? Да. Угу. С этой камерой. Не могу разобраться. Ворота пустые. Блин.
Дава вытащил. Oh.